Многое даем свято сохрани. Полна моя коробушка, есть и сидец, и барыща. Вау! Какие молодцы! Как я понимаю, масленицу гулять классные. Гости понаехали, да, со всех властей. В центре Москвы, и как здорово гулять в масленицу, да? Давайте споем нашу любимую песню про Москву. Москва, Москва! Золотоглавая, звон колоколов, Зайкушка державная, аромат пирогов. Конфетки, бараночки, словно лебеди, саночки, это кони залетные. Замечательная. Все сбили снег с каблучка. Все хорошо? Правильно, потому что вы такие горячие. Продолжаем дальше. У нас еще много всего интересного. Продолжаем? А давайте вместе с нами танцевать. Вот вы хорошо сейчас стоите перед нами. Вам нужно запомнить вот такие движения. Ковырялочку, да? Все знают. Называется, да. Носочек, пятка. Раз, два, топ, три. Топ, топ. Носочек сначала, пятка. Топ, топ, топ. Запомнили?
Ну вот, теперь можно с нами танцевать. Калинка-малинка! Yeah.
красавица бухает гулять. Купим, милая, барашка, мы с тобой. А барашек бя-бя и серых взяв, у которой я работаю не могу. Я курочка по горьке, по саше моей. Давайте провожать. Отмечать. Да. Мороз, мороз. Поехали. Танцуем с нами. Танцуем все вместе. Мороз, мороз, ой, мороз.
друзья, мы поздравляем всех вас с прекрасным праздником. Желаем вам света, добра, с масленицей вас и простого вам человеческого счастья. Спасибо огромное за ваше искусство. Браво! Дорогие друзья, я искренне благодарю каждого из вас за сегодняшний день, за ваши впечатления, за ваши эмоции, за эту масленицу, которая по-настоящему стала всенародной. Огромное спасибо Департаменту культуры города Москвы, что организовал это замечательное событие, а вам за то, что вы пришли сегодня. Но я хочу сказать, что наша всенародная масленица, она не заканчивается на сегодня, может быть, да, но завтра, ровно в 12 часов, мы продолжим здесь веселиться, радоваться, играть, потому что надо же встретить весну 100% красиво. Ну что ж, надеемся, что вам удалось отдохнуть, зарядиться энергией, позитивной энергией. Пусть этот день, он по-настоящему запомнится вам верхним моментом. Хочется пожелать каждому из вас здоровья и, конечно же, быстрейшего прихождения весны. Пусть солнце, оно будет только добрым и светить для вас всегда. Меня зовут Дмитрий Михеев. Спасибо огромное, что вы были сегодня с нами. До свидания. На этом наша сегодняшняя всенародная масленица заканчивается в парке. Друзья. Но завтра она продолжится вновь. Всего доброго. Удачи, здоровья и счастья вам. Спасибо.